Румынская полиция конфисковала несколько суперкаров из гаража арестованного блогера, экс-чемпиона по кикбоксингу Эндрю Тейта. Гражданина США и Великобритании подозревают в причастности к изнасилованиям, торговле людьми и сексуальной эксплуатации. Обыски по этому делу за последние дни прошли в нескольких домах. Тейта вместе с еще несколькими фигурантами арестовали 29 декабря. Они останутся под стражей, по крайней мере, до конца месяца. Ранее суд отклонил просьбу об освобождении под залог. Предполагается, что официальные обвинения будут предъявлены уже в ближайшие дни, но румынская прокуратура крайне скупо комментирует ход дела. По широко распространенной версии, Тейт попался из-за перепалки в Твиттере с экоактивисткой Гретой Тунберг. На одном из его фото засветились коробки из-под пиццы с надписями на румынском языке, что и позволило отследить местоположение подозреваемого, который находился в международном розыске.